Игра «Бродилка суперкота». Париж – город любви и тайной угрозы. В этом прекрасном месте кроется множество опасностей. Под покровом ночи по улицам бродят злодеи и постоянно пытаются завладеть человеческим миром. Но на страже добра и спокойствия стоят двое – Леди Баг и Суперкот. Эта блестящая парочка даст достойный отпор любому негодяю. В игре «Бродилка суперкота» вы сможете поближе познакомиться с отважным напарником Леди Баг. За маской очаровательного и грациозного суперкота скрывается обычный французский школьник Адриан Агрест. Благодаря своей чрезвычайной харизме и веселому нраву он пользуется большой популярностью не только в своем классе, но и во всей школе. У Адриана непослушные белые волосы и глубокие зеленые глаза. Он постоянно носит на пальце правой руки серебряное кольцо. Именно там живет дух по имени Плаг. Плаг Кваме внешне похожий на черного кота. Именно они являются олицетворением неудач. Вот и Плаг дает своему властелину силу неудачи. Она превращает обычного парня Адриана в очаровательного супергероя по имени Суперкот. В игре вам предстоит спасти Париж от вторжения хищной моли. Этот злодей пытается подчинить своей воле все население Парижа. Но Суперкот этого никогда не допустит. Бегите вперед и старайтесь обойти все препятствия. Собирайте все эмблемы с изображением лапок и зарабатывайте бонусные баллы на свой счет. Приятной игры!